Один знает все о химии, другой – победитель Всероссийской олимпиады, третий – свои годы мастер спорта. 89 лучших из лучших именитых школьников чествуют в правительстве края. Но на пороге выпуска волнуются даже самые умные и талантливые. Знаток английского Дарина Сибуль до сих пор выбирает будущее дело. Востоковедение, африканистика, переводчик, свободное искусство, науки, международные отношения. Не знаю, столько всего интересного. Как выбрать, чем ты хочешь заниматься? По-моему, это невозможно. Как мне в 17 лет сделать выбор, чем я буду заниматься всю оставшуюся жизнь? А вот Алексей Поваляев из Рубцовска метит сразу и безоговорочно в Министерство иностранных дел. Несколько лет он штудировал историю, английский. Какой язык станет третьим, четвертым, говорит, неважно. Отправят в такую. Возможно, да, не самую цивилизованную страну, но даже Лавров через это проходил. Так что будем надеяться на лучшее. Вслед за Лавровым парень готовится и к публичным выступлениям, хотя уже, можно сказать, готов к ним. Сегодня обратился напрямую к Виктору Томенко. Мы уже слышали, что вы формируете новую программу развития нашего края, энергия развития. А мы планируем окончить вузы с красными дипломами и стать настоящими профессионалами в различных сферах деятельности. Почему бы через несколько лет нам не встретиться снова и не обсудить наши общие успехи и достижения? В Рио губернатора предложение принял через 5 лет тем же составом и пожелал выпускникам успешно окончить вузы страны и взвешенно выбрать место работы. Набираться там уму-разуму, набираться знаний, знакомиться с жизнью в столице или в больших других городах и возвращаться обратно к нам на Алтай. Почти 1500 выпускников вручили медали за успехи в учебе. Всего же в этом году школы края выпустили 11500 человек. В эти дни они делают один из самых важных выборов в жизни, пожалуй, первый в большом списке высшего учебного заведения. Анастасия Дороган, Николай Шелком, наши новости.